Привет, друзья! Я знаю, как сильно вы у меня любите бизиборды. Я для вас кое-что подготовил. Смотрите, первый бизиборд. Попробуем покрутить эту штучку. Ого! Смотрите, из окошка кто-то вылезает. Это же лягушка. Лягушка говорит ква-ква. Оказывается, этот бизиборд волшебный. Попробуем покрутить следующую деталь. Так, крутим. Ой, смотрите, из окошка опять кто-то появляется. Это же кошка. Кошка говорит мяу-мяу. Теперь давайте попробуем покрутить вот этот барабан. Ой-ой-ой, кажется, я опять вижу чью-то мордочку. Смотрите, это же собака. Собака говорит гав-гав. У нас остается последняя деталька. Попробуем ее покрутить. Так, какая-то синяя звездочка. Крутим ее. О, смотрите, это же корова. Корова говорит му-му. Ну что, с этим бизибордом закончили. Пойдемте смотреть следующий. Так, так, так. Что это у нас тут за игра? Смотрите, эти детишки пришли в школу. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Но уроки уже закончились, и ребятам пора возвращаться домой. Вот этого мальчика мы должны будем отвезти вот сюда. Поехали! Приехали. Эта девочка живет вот в этом розовом домике. Ой-ой-ой, кажется, наша девочка не может ехать дальше. Нужно на время убрать этого мальчика, чтобы девочка могла проехать к себе домой. Готово! Так, этого мальчика, кажется, нужно оставить здесь. Но тогда вот эти двое детей не смогут выйти. Убираем его. Фу, это непросто. Нужно в первую очередь вернуть мальчика, который живет в школе, обратно. Так, поехали обратно в школу. Так, теперь вот этих мальчишек нужно поменять местами. Фу, остается поменять местами еще троих детишек, и дело будет сделано. Так, этого мальчика мы пока вот сюда отправим. Следом за ним вот эту девочку. Нет, вот сюда ее. А ты иди сюда. Мы справились с заданием, ребята. Пойдемте дальше. Так, что у нас тут? Какое-то дерево с яблоками и лимонами. Яблоки нужно собрать в эту корзину, а лимоны вот в эту. Ну что, все яблоки собраны, осталось собрать лимоны. Задание выполнено, пойдемте дальше. Так. Тут у нас лабиринт. Вот этот шарик нужно будет привести в серединку, вот сюда. Ура, получилось! Это было несложно. Так, ну и последний гость нашей с вами вечеринки. Это ксилофон, это не бизиборд.
Ксилофон – это такой музыкальный инструмент. Нужно бить палочкой по этим железкам. Синий, желтый, красный, зеленый, сиреневый, оранжевый, фиолетовый, голубой. Это было весело. Теперь пора прощаться. Пока, ребята!